Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели занятие «Наш друг светофор» для дошкольников. Они напомнили детям правила перехода проезжей части, значение дорожных знаков и сигналов светофора. Ребята безошибочно отвечали на все вопросы и отгадывали загадки, а затем приняли участие в тематическом конкурсе рисунков на асфальте. Главным героем всех работ стал светофор. За свои успехи дети получили сладкие подарки.